Это и есть джунгли. Сыроежка на его месте, сыроежка. А вот сыроежка. Но это не сыроежка. А что же это такое? Господи, никак не найду еще. Во. Что-то ты, дорогая, спотыкаешься. Курица огромная. Пойдем, чем интереснее. Что здешние раки, мы знаем, как зимуют. Здешние раки зимуют вот таких вот горочках, в дырах в земле. Не надо наступать-то, он там дышит через нее. Совершенно эндемичные для южных штатов, для Лафайета, в частности, для всей Луизианы, Алабамы, Миссисипи. Может, водится еще где, но вообще называется луизианский мох, потому что живет прямо на растениях, само по себе, использует деревья только в качестве опоры, а все питательные средства добывает прямо непосредственно из воздуха, потому что здесь очень влажный воздух, и в нем много всякой бяки, хватает, в общем, и попить, и поесть этому растению. Карет! Сегодня наше какое число? Сегодня 3 ноября 1996 года. 3 ноября зацвела какая-то, скажем, груша, хотя на самом деле это, скорее всего, камелия. Обалденно. Но в этом месте деревья на любой вкус есть. И есть, которые цветут по южным стандартам, то есть полагаю, что сейчас как раз весна, их просто завезли. И у них цикл свой обратный действует, у них цикл действует как будто в ноябре весна, а в другое время осень. Ну, в общем, соседнее дерево, скорее всего, цветет весной. И поэтому все в разное время. Давай сними поближе цветочки. Какие цветы здесь есть? Дима, сделай крупнее план на цветы. Ага. Камин. Самый крупный. Самый крупный? А цветы-то разборчивы хоть? Да. Ну, пошли. Ребята, а это я снимал. Отнимите у нее. Сейчас снимать не буду.
Сань, твое первое письмо уже дошло до дедушки. И что ты скажешь во второй раз? Ну, как вы тут смотрите? Ну... Чудом, а чудо данное природы. Очень большой, очень старый. Основание занимает, пожалуй, сонный фон. Я тоже хочу. Мы когда погуляем, то вернем с тобой. А то от тебя шума много. Секунду не остается долго. Предупреждает. Напись пошла, красная. Напись пошла в реку. Ну, видно, что написано реку. У тебя в глазке. Смотри-ка. Напись на реку. Ну, вот, да. Значит, идет. Если еще стой, раз возьмешь. Жди папу, когда он пройдет. Жди. На ты видишь папу? Здесь да. Под ногами ничего не видно. Все, выключай реку. А как? Снова большим пальцем. Видишь их? Ага. Хорошо видишь? Да. Нет. Надо туда идти. Вот. Там еще. Амбаба. Баба. Да, самаба. Ты очередь снимаешь. Точно, еще будут и будет, и тебе возьмут. Твоя очередь снимать? Держи. Ну, раз твоя очередь снимать, так ты снимай. Так. Только ты что снимаешь, что у меня где-то тут? Так это моя лицо снимет.